Воз Сена – известный триптих художника Иеронима Босха. Сохранился в двух версиях – в музее Прадо и монастыре Искариала. Обе сносно сохранились, подверглись массивной реставрации, и мнения ученых относительно того, какая оригинал, зачастую расходятся. Возможно, оба сразу. Большая часть народа считает, что оригинал все-таки в Мадриде. Изображения, которые мы видим на внешних створках, в обоих случаях написаны кем-то из подмастерьев или учеников мастера. И сам он лично следил за изготовлением копий некоторых своих работ. Дендрохронологические исследования панели свидетельствуют, что триптих был написан в 1516 году. Однако некоторые исследователи не указывают точной даты, называя лишь периоды. Между 1510 и 1520 годы или даже 1500 и 1502 годы. Центральная панель имеет размеры 135 на 212 сантиметров. Это одна из шести работ, которые стали собственностью короля Испании Филиппа II в 1570 году и четыре года спустя были переданы им в монастырь Искориал. Позже триптих был продан маркизу Саламанки и разделен на три части. В 1848 году центральная панель была куплена испанской королевой Изабеллой II и перевезена во дворец Аранхауэс. Правая часть вернулась в Искориал, а левая оказалась в Мадридском музее Прадо. Там же триптих воссоединился позже, в 1914 году. Копия его, скорее всего, единая и неделимая и находится в монастыре Искориал. Главный шедевр Босха – алтарные триптихи, ранним из которых многими считается это. Освещает тему человеческого безумия. Картины первородного греха и ада, написанные на створках, окаймляют таинственную сцену в центре, интерпретация которой остается по сей день не совсем однозначной. В композиции объединены и реальные персонажи, даже с некоторыми историческим сходством, и воображаемые дьявольские творения, изображенные с удивительным реализмом. Левая створка посвящена извечной теме грехопадения Адама и Евы. Это четыре известных эпизода из библейской книги «Бытия». Низвержение с небес восставших ангелов, сотворение Евы, грехопадение и изгнание из рая. Все сцены распределены в пространстве пейзажа, скорее всего, изображающего рай. Вокруг древа познания добра и зла обвилась змея, дьявол-искуситель. Женщина – причина зла, первородного греха и последующего вечного проклятия. В сцене с архангелом Ева стоит, отвернувшись от врат рая, зная, что ей придется принять свою земную судьбу. Центральная часть. На фоне бескрайних горизонтов за большим возом сена скачет кавалькада, и среди них император и папа, с узнаваемыми чертами Александра VI. Прочий люд, крестьяне, горожане, клирики и монахини, хватают охапки сена с воза и дерутся за него. За людской суетой сверху безразлично наблюдает Иисус Христос, окруженный золотым ореолом. Никто, кроме молящегося на вершине воза ангела, не замечает его божественного присутствия, а также того, что воз тянут демоны. Не замечают они, что находятся на половине пути в ад. Многолюдное действие центральной части алтаря разыгрывается между раем на левой и адом на правой створках, наглядными началом и концом земного пути человеческой массы. Сюжет его основан на старой нидерландской пословице «Мир – сток сена», и каждый старается ухватить с него сколько может. Но сено – товар дешевый, а потому оно символизирует ничтожность земных благ. Сено было в те времена равнозначно понятиям ложь и обман. Сказать «отвести сено кому-либо» было все равно, что выразить намерение высмеять или обмануть его.
Да, тут основное внимание уделено одному из смертных грехов – погоне за земными благами, алчности, различные ипостаси, которые обозначены движущимися за возом и вокруг него людьми. Владыки светские, духовные, следующие за возом в чинном порядке, не вмешиваются в свалку. Алчность заставляет людей лгать и обманывать. Внизу слева мальчик ведет за руку мужчину в некоем подобии цилиндра на голове, который притворяется слепцом, вымогая подаяние. Лекарь-шарлатан в центре выложил на стол свои дипломы, склянки и ступку, чтобы растрясти мощную легковерность жертвы. Но набитый соломой кошель у него на боку, такой фрагмент есть только на версии картины из Прадо, иллюстрирует то, что деньги, нажитые неправедно, пойдут не впрок. Справа группа монахинь накладывает сено в мешок под наблюдением сидящего за столом монаха, чье брюхо говорит о его чревоугодии. Влюбленные парочки на самом верху воза – воплощение греха любострастия. Можно отметить некое сословное различие между целующейся в кустах парой простолюдинов и музицирующими любовниками из более изысканного общества. Рядом с любовниками играет им на дудочке синий цвет обмана – черт. Но все эти дополнения и неожиданные подробности использованы Босхом для того, чтобы подчеркнуть главное – торжество алчности. На правой стороне триптиха изображены бесы-каменщики, возводящие Исполинскую башню. Это круглое сооружение выглядит пародией на Вавилонскую башню осужденных душ. Здесь изображено возмездие за различные грехи, которые объединяет тема жадности. На подъемном мосту, ведущем в башню, десяток бесов истязают несчастного грешника, посаженного верхом на корову. Перебираться таким образом по узкому, как лезвие, мосту приходится грешникам, грабившим церкви и совершавшим иные святотатства, чем, вероятно, и объясняется потир, зажатый в руке персонажа. Распростертый на земле человек, которому жаба впилась в детородный орган, разделяет участь всех развратников. Под мостом свора собак, опередив своего хозяина, уже настигла убегающих грешников. Внешние створки триптиха по технике исполнения уступают рисунку на внутренних и были закончены, вероятно, подмастерьями и учениками Босха, хотя, безусловно, именно ему принадлежит главный композиционный замысел. Они выполнены не в монохромной технике гризаль, характерной для внешних створок триптихов, а в полном цвете. Занимая практически весь передний план, возникает фигура изнуренного, обтрепанного немолодого человека с плетеным коробом за спиной. Зловещий мрачный пейзаж, окружающий его, неприветливо вселяет тревогу. Слева внизу лежат черепы груда костей. По пятам за этим странником бежит, норовя укусить его, уродливая собачонка. Мостки, на которые он собирается ступить, треснули и вот-вот подломятся.
В отдалении видны разбойники, ограбившие другого путника и привязавшие его к дереву. Под другим деревом, под звуки волынки, пляшут крестьяне. На холме, на заднем плане, вокруг виселицы, собралась толпа, а рядом виден высокий шест с укрепленным на конце колесом. На нем было принято выставлять тела казненных преступников. Путь персонажа пролегает через злой мир, все опасности, которые он таит, представлены в деталях пейзажа. Одни угрожают жизни, воплощаясь в образах разбойников или злобной собаки. Впрочем, она может символизировать также и клеветников, чье злоязычие часто сравнивали с собачьим лаем. Пляшущие крестьяне – образ иной моральной опасности. Подобно любовникам, наверху воза с сеном, они прельстились музыкой плоти и покорились ей.